Миллионные штрафы за нечищенные крыши предлагают ввести областные депутаты для недобросовестных управляющих компаний. Поправки в соответствующий региональный закон уже приняли в первом чтении. Предполагается, что при первом нарушении коммунальщикам, ответственным за территорию, придется заплатить от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном от 400 до 600, а вот для злостных нарушителей сумма штрафа составит уже от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом должностные лица компании за плохую работу подчиненных тоже будут расплачиваться. Для них, правда, размер штрафа меньше 50 тысяч рублей, пока эти изменения в силу не вступили. Все это станет возможным только после принятия законопроекта во втором и окончательном чтении. И напомню, как мы уже сообщали, в Самаре после прокурорских проверок возбуждено 85 административных дел. Надзорное ведомство выявило ряд грубых нарушений во дворах. Снег и наледь не убираются, вместо парковочных мест сугробы и завалы, а крыши не чистятся. И такая ситуация почти во всех районах города. Кроме того, прокуратура внесла 27 представлений об устранении нарушений и направила в суд 67 исков к управляющим компаниям.